В преддверии Дня знаний Белорусский республиканский союз молодежи в очередной раз организовал благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Неравнодушные граждане нашего города с добрым сердцем смогут приобрести канцелярские товары, передать нашим волонтерам. Ну а мы уже передаем сформированный пакет нуждающимся семьям нашего города, которые нуждаются в подготовке детей к школе. Это первый этап, он проходит ежегодно наше любимое место в магазине «Грин», которое пользуется популярностью. Вот. Также неравнодушные граждане смогут, если кто-то сможет поучаствовать, принести к нам в наш районный комитет, оставить, и мы уже будем передавать семьям. Приносить канцелярские принадлежности можно в кабинет 314 Солигорского райисполкома. В скором времени собранные в ходе акции школьные товары будут переданы нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году.